Сегодня в московском лектории будет проходить доклад московского филиала Amnesty International. Представители нашей компании пригласили посетить это мероприятие. Спикером выступит Наталья Звягина, это директор московского филиала Amnesty International. Она будет рассказывать о работе международной амнистии в 2018 году, об изменениях, которые произошли в нашей стране, странах СНГ. Для написания наших кейсов мы используем отчеты правозащитников, в основном таких, как компания Amnesty International. С этими ребятами мы уже давно сотрудничаем, взаимодействуем. Те, которые обращаются в Amnesty International за получением такого статуса и его не находят. При этом критерий насилия, он такой, знаете, невозможно сказать, что вот в этом случае у нас есть насилие, а вот в этом нет. Жить надо честно. Хорошо, чтобы ты сам ходил и, не знаю, переходил дорогу на зеленый свет светофора, желательно по зебре.